Друзья, всем доброе утро. Мы находимся в Винницкой области. Спортивный клуб «Аквамарин». Приехали сюда половить щуку, потренироваться, отточить свое мастерство. Давно, честно скажу, вам не был на рыбалке. Но на такую рыбалку, как мы приехали, хочется ездить. Потому как рыбы здесь много в водоеме. Есть щука, есть форель. Вот такие вот водоемы замечательные. Здесь за моей спиной форель. Творит просто неимоверное. И вот там вот щука. Ребята уже все ловят. Я словил сейчас одну щучку небольшую. Пошел, взял камеру. И сейчас мы с вами продолжим дальше рыбалку нашу. Хочется половить, оторваться, получить удовольствие. Идемте ловить. Друзья, я спешу вам напомнить, что по достижению 10 тысяч подписчиков мы проведем розыгрыш на канале и разыграем золотое черняховское украшение из чистого золота. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и ставьте лайки, чтобы принять участие в розыгрыше. Ловлю, друзья, на вот такую вот вертушечку. Буду пробовать разные варианты. Пока вот была поклевка на такую. Ребята вон тоже стоят, ловят. И есть поклевочки щуки небольшой. Ловим. Есть поклевочка, друзья. Ай, красотка. Вот и щучка пожаловала. Вот такая вот, друзья, рыбка. Ой, смотрите, что у нее тут крючок. Сейчас мы освободим. О, видите, мучилась рыба. Заживала немножко, надо взять инструмент. Есть специальный инструмент, чтобы не травмировать рыбу. Сейчас. Открываем пасть и извлекаем блесну. Дальше рыбка отправляется обратно в водоем. Вот такая вот щучка. Забыл взять полотенце. Все, друзья, ловим дальше. У Вадика поклевочка вон на мостике стоит. Отцепилась. Такое проклевывает вроде щучка. Будем пробовать. Еще словить хочется. Десятка два. Водоем прикольный. Там форель так. Форель так плещется славненько.
У Лёшки поклевка, друзья. Идем смотреть, что он там тянет. Тяну. Что-то тяну, блин. Давай, сейчас давай. Мы ее на свечу поставим. Интересно. Попробуем. Чтоб свечу сделаем. Давай. О, неплохая щучка, смотри. Вообще неплохая. Давай свечу. Ну. Не хочет она свечу. Давай, давай. Давай. Давай, оп. Давай, нужны красивые кадры. Ну прыгай, давай. Не хочу, бачить. Чтобы отцепилась заодно, давай. О, о, красавица. Видишь, я ее дрессировал. Дрессированная щука. А у тебя желтенькая, да, стоит? А я, у меня белая. Она желтая с белым. Угу. Не хочет, устала. Придется брать руками. О. Ой, ну это неплохая. Ну да. Сравните. У меня поменьше клюнуло. Да, типа с крупцем можно. У меня есть, там я не хочу, хочу так достать. Хочу по-легкому. Ну, вторая уже такая. Все. Иди давай. Свечки сделал, делала нам здесь. Привет. Пойдет. Давай. Привет. Что вы там, нифига? О, снова поклевочка. Я сегодня оператором буду работать. Не, забагрил. Забагрил щуку? Да, и опять такая неплохая, бля. Девятая уже, бля. О, видишь. Помахнулась. 7, 8, да, 9. Забагрилась, так ударила в сторону, пошла. Я так понял, что забагрил. Думал, что крокодил, бля. Но это на свечу ставить бесполезно. Походу ее не первый раз уже багрят. Видишь, да у нее там. Кто-то ел. Ее кушали уже. Ее пытались съесть. Видишь? Ага. Вижу, вижу. Возле головы. Да я. Смотри, аккуратно, не загони себе в руку. Я уже тут сделал. Видишь, ел кто-то. Ага. Бульк. Может быть. Пошла. Полотенечко не взял тоже, да? Да, то я, блин, его никогда не беру. И я не взял. Есть? Есть? У Лёшки как раз поклевочка. Что-то все ловят, кроме меня. Я только съемкой занимаюсь. Давай, свечу. Ага, она в дно топит. Не хочет. О! Я их немножко учу. Они не хотят. Это захавало, так захавало. Надо брать, да, инструмент. Но все равно чуть-чуть расклевывается уже. Ну да, уже веселее. Сейчас, я думаю, начнет брать. Может быть, она вот перед дождем ее давила, может. Мне, кстати, тоже подарили когда-то такой наборчик там с плоскогубчиками такими. Видишь, как ныряет. Все. Ловись, рыбка большая, маленькая. Маленькая не надо, маленькая вычеркивай. Большая. Идем дальше ловить. Я закинул, но не вытащил. Надо вытащить. Yeah.
Десятая, да, у тебя уже? Десятая, да? Вот, пожалуйста, 10 щук словил. Я думаю, что это не предел. Ну, далеко, раз, да, не предел. Надо подобрать какую-то блесну. Что-то пока не получается. У меня было две поклевки, и две поклевки на разные были. На чисто белую и на белую с желтеньким. Есть? Смотрите, что он творит. Я даже камеру не выключал. О, красотка. Поменьше. Но... так. Покажи блесну, Лёшка. Ага. Все. Записано. Запечатлели. Если оторвем, будем знать. Ты имей совесть, блин. Порвешь жабрами. Все? В воду. Отцепляйся. Да-да, цепляйся. За дзёбик. Видишь, с моей норы. Да, да, тут, есть. Смотри, Лёху обложили со всех сторон. Я все равно ловлю. А он все равно ловит. Идем дальше снимать. Я тут, давай, Даня, ты следующий. Я или забагрил, или не могу понять, потому что это сильно, как будто трёшки может. А ну-ка. Да, что-то. Не забагрил, смотри. Так сопротивляюсь. Зеленый. В рот словил. Ой, красотка. Не адрессированный. Я ее забагрил все-таки. А, ну она промахнулась, я думаю, просто поэтому. Равномерную проводочку делал. Просто равномерную с паузой. Она вот на паузе вот здесь я ловил на этот. Делаешь паузу, так это хоп. У меня поклевки были, но так аккуратно берет такой тык-тык. На воблер, да? О, это какая-то живая очень, да? Это сильно, блин. Сильно живая. Видишь? Бульк. Идем дальше так, ловить. Ребята, надо говорить. Ловите и отпускай. У Дани поклевочка. О. Данька молодец. Он с ними не церемонится. Никаких свечей, сразу хаджа и все. Хап. Саня, ты что такой веселый? Потому что клюет, бля. Ты же вырвал этот день половить рыбы, бля, да? Что-то пошло не так. Сань, сейчас будет клевать. Все нормально. До вечера останьтесь, точно поймаете. Ну. Рома говорит, под вечер тут даже вот когда клюет, то под вечер все равно лучше берет. Да. На закате. Поэтому предлагаю пойти пообедать. Слушай, снимать, а ну-ка. Видели, что ловлю со всех сторон, не могу накинуть. О, да. Что-то хорошее, да? Нормально. Нормальное, говорит. Нормально, как нормально. Хренование. Ну, это неплохо ловит. Если он работает, значит нормально. Да. Пошла на тот берег. Да забагрил. Да никакой забагрил, это сегодня самая большая. О, смотри, хорошенькая какая. Я деньги дам потом, Рома. Но вчера было активно, что ли, тоже надо было. Красавец.
Ну пока не взял в руки, это не поймал. О. Все, видишь, отцепилось. И не надо в руки брать. Да. Кайфанул? Да, конечно. Покажи силикончик рабочий. С двойничком, да? На ступенчатую проводку, да? 5 мы брали, да. Дани поклевочка, щучку словил. На силикон ловишь, да, Дань? Да. Покажи. Вот такой вот силикончик. Ну, классно. Доволен? Да. Я на него тоже Даня поймал. Там смысл. Леху обложили со всех сторон. Справа, слева. Продохнуть не даешь. Да вообще. Идем обедать. Мы пришли пообедать. Наш скромный обед. Колбаска, биточки, огурчики, помидорки, яички. Сейчас чайку еще попьем. Такое, что-то Вадик там с Данькой задержались. Сейчас. Ребята, всем, кто обедает, всем приятного аппетита. Спасибо. Посмотрите на Вадика, что он творит. Первый заброс, только вот пообедали. Ну, свечу давай, красавчик. Красавчик. О, видишь, силикон работает, дал мне такой же. Такой же мне хоть дал? Нет. Не такой мне дал? Смотри на него. Говорю, дай мне самый уловистый силикон. Я тебе дал тот, что ловил, а это я новый поставил, один. У меня больше нету такого. Ага, рассказывай тебе, что больше нету. Это лишь бы не давать. Серьезно? Пошла рыба в воду. Это Вадик. Это мальчик. Ладно, будем пробовать. Ну, похож, но... Ты даже красивее себе. Да, согласен. Гламурный. Будем ловить на гламурный силикон. И снова Вадик. И снова поклевка. Давай, давай. Забагрил. Не считается все. Не считается. Не-не-не. В районе головы, значит, все считается. Кстати, да, даже на соревнования считается. Вот на то же место, смотри. А ну давай, Лех. Поплюй на мне на силикон. Да, надо с колбасой. Слушай, это точно? Руки пахнут колбасой. Да не даром. Съедобный силикон получил. Да. Есть поклевочка, друзья. Что-то неплохое, я вам скажу. Очень даже неплохое. Может, мне кажется, может, я забагрил ее. Конечно. Ну, вроде как, вроде неплохая такая, к берегу идет, о, не забагрил, давай свечечку заделай, вот такая вот щучка ловится. У меня там крючок стоит без усиков, чтобы, если что, она могла сразу отцепиться. Давай. Не хочет отцепляться. Вот такая вот щучка. Вот это вот опасный момент, когда она трепещется. Все, живи. Давай. Все, бульк. Взяла прям под берегом.
маленькая. Давай свечечку заделай. Еще шнурок, смотри. Давай. Может, сама отцепится, не? Хочет от блесны освободиться. Не получается. Иди сюда. Оп. Тише, тише. Щучий детеныш. Было еще у меня такое единственное, что сегодня куча луски на одинарном крючке на силиконе. Было, да? Да. А это мимо, знаешь. Ловим дальше. Это за спину ее. Есть поклевочка, друзья. Ты забагрил ее? А я нет, я словил нормально ее, как положено. О, отцепилась сама, молодец, хоть отцеплять не надо. Поклевывает, поменяли место, перешли чуть-чуть дальше по водоему и начала поклевывать. Даня словил, Вадик две словил и я одну. Ты три словил? О, три. Это у меня пятая в общей сложности. У тебя двенадцатая, да? О, видишь, все, ловим дальше. И снова Вадик отличился. Он ее просто троллит. Эту щуку. Опа. Без хвоста. Как, какой да. Силикон работает? О, уже такой. Ух ты. А, и силикон без хвоста, ты да. На без хвоста вот так вот да. Ловишь? Она мне отгрызла, я без хвоста, я. Угу. Ладно, отпускай. Давай. Все, поплыла. Давай. Все. Супер рыбалка. Давай, Даня, давай. Что-то хорошее зацепил. Забагрил? Да. Ну не поганенько, так более-менее. Промахнулась, она бьет. Видишь? Она била, да, где-то промахнулась. О, почти за хвост, да? Ой, ее багрили, наверное, не один раз, я смотрю. Так, я кидаю. Давай. Тогда я на... За хвост. Молодец. Ну тоже надо уметь поймать из-за хвоста. Ну да. Главное, и губа порвата здесь. Ее уже 10 раз словили, наверное. Данечка. Да, не аккуратней. Выйди, выйди. Давай, давай, тяни, давай, Саня, давай. Наконец-то. Что-то клюнуло. Так обловил, да. Что-то клюнуло. А на что, на воблер, да? Да. Я стрю, ты воблер подцепил, думаю. А ты ее забагрил, походу, Сань. Она промахнулась, видишь, за этот. Ну развернись ко мне, ну рыбы ж не видно. Ой, какая там рыба серая? Ну ничего, хоть какая-то. Несчастье от рыбы. А, аккуратно, Саня. Видишь, она. Она, да. Опасная. Опасная щука. Опасная щука. Все, живи, рыба. Ты меня перекинь. Тут обложили нас опять со всех сторон, малыши.
не дадут дядькам половить. Вообще. Я просто не успеваю это ловить. Они, да, снимаю. Не дадут мне половить. Потом скажут, что я меньше всех словил, плохой рыбак. О. Такое что-то чуть повеселее, да? Видишь, силикон работает. У Сани сошла только что. Ну, он первую, это, она промахнулась. Он чуть... Ох, красавица. Ох, красавица. Ох, а? Класс. Ну, хорошо, сошла. Что не цеплять не надо. Целый этот у тебя силикон, не? Да, целый вроде. Даня подбирается. Даня. Подбирается поближе. Ничего, что я тут стою. Я тебе дальше. Вот у детеныши. Саня, ты какой силе этот подобрал воблер? Покажи, пожалуйста. Интересно очень, какой ты воблер подобрал. Может, я на воблер попробую тоже. Миноу, да, такой длинный? Да, вот он. А, все, понял, мы же на такие ловили, да? Вот это у тебя такой даже есть, наверное. Это как называется он? Ну, это другой немножко, но такой же самый план. Флагман, да? У меня тоже флагман или нет? Не, вот у нас... Я не подкручивай, знаю. Сань, подкручивай. Ой. Еще аккуратненько. Вот можно, Саня, не спеша его тянуть. Он... На вот этот, да, словил? Ну, это рейнджер флагман. У меня такой же рейнджер или у меня не такой? Не знаю. Мы там еще брали такие длиннее были. Ну, я вот этот вот поставил, попробую. Я понял, давай, давай. Я сейчас тоже, наверное, на воблер попробую. У меня есть вот такая вот косодака. Сейчас попробую на него. Хорошо мы на него, кстати... Как-то ловили в Андрушевке, по-моему. Классно клевало. Да. Шумящий. Да, классный воблер. Будем ловить сейчас. Меняем. Снимаем вертушечку и ставим воблерочек. Может, на воблер расклюется. Была поклевка. Была поклевочка? Да. А, съела, прикинь. Вот это прикол. Аня подсекнула, так что-то непонятно. А вынимает. Мимо хвоста. Смотрите, какую Даня словил луску от карпа. Прикиньте, какой там карп был. Луска как ноготь. Больше даже. Да. Прикольно. Да, хороший был карп. Жалко, не вытащил. Сошла? Блин, сошла. Ну, так, наверное, такое прочувствовал, да? Да, я сразу такой чик подвинулся. Вот он, мальчик. Давай, Сань, еще раз. Главное, меня за голову не забагри. Саня меня был раз словил за кепку на рыбалке. Я тебя раз поймал, бля, спиннинг нахрен пополам сломал. Да. Это той рыбалки, да? Хорошо, что не в голову мне попал, а за кепку зацепил. Угу. Ну, это всегда опасность из лодки, знаешь, это чуть где-то галушка. Да, да, надо очень внимательным быть. О, смотрите, на этого хапугу тянет уже. Отцепилась. Есть поклевочка.
Не, я думаю, что это щука, что это не карп. Я знаю, у меня там была поклевка на выбросе. Точно куда ты попал? Да. Ну так упирает в дно. Да. За краешек губы. Ай, красотка. Давай свечку. Иди сюда. Сейчас мы тебя будем отпускать. Саня, у тебя щипцы далеко? С собой. Достань, пожалуйста, крючок. Или дай щипцы. Сейчас достану. Спасибо. Назарщик. Ну вот такая вот щучка. Ой. Отпускаем, ловим дальше. Есть поклевочка, друзья. Что-то мелкая уже очень. Или в берег идет. А, сошла! Сошла, прикинь! Ну, была. Снова есть, друзья. О, свечки делает. Моя. Одна сошла, Саня. Это надо было компенсировать. О! Кружляет тут мне под этим. Под берегом. Самые лучшие выходы щуки. Сейчас мы ее возьмем аккуратненько. Сейчас, подожди, не паникуй, сейчас мы тебя отпустим. Все хорошо будет. Наверное. А может и начала брать, кстати, да. Блин, у меня щипцы в ящике. А ящик далеко. Блин. Надо как-то ее освободить. Хорошо взяла, нельзя ее освободить. Пойду щипцы возьму. Я тут ящик оставил где-то свой. Снимаю, да. Щипцы надо взять, потому что заглотнула очень хорошо. Надо быстренько ее отпускать. Вытащил, да? Так, где там наши щипцы? Приманок, целый ящик. Не хочется ее повредить, эту щуку. Иди. Есть поклевочка, друзья. Есть. Подобрал я место, приманку. Все сошлось. Вот она. Сань!
Было бы хорошо, если бы она сама отцепилась. Опять нужны щипцы. Главное, не повредить ей жабры. Сань, на железо, видишь, берет. На. Блин, она так зажирает. Хорошо зацепилась. Не хочется ее травмировать лишний раз. Очень хорошо взяла, даже не знаю, как ее достать. Блин, зажрала просто. Достал. Надо теперь ее как-то реанимировать быстренько. И мы это как снимали. Давай, давай, что там язык твой. Все, живая. Не хочется травмировать рыбу, но она хищник, зажирает очень. А? Стой, 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 стой. Подожди, я заберу. О, у Сашки поклевка. Что-то хорошее, Сань, да? Не? Зацепился? Затянуло, да? Капец. Затянуло у Сани. Идем дальше ловить, друзья. Вот такая вот вертушка Spinex, третий номер. Уже бывало, я столько щук на нее словил, что просто капец. Друзья, идем в беседочку, попьем чайку, потому что так целый день кидать, можно устать. И так, общий итог, у Вадика 13 щук или 14, у меня 9, у Даньки 7, Леха, по-моему, 12 словил, ну, у Сани, не помню, 3 или 2. И у Сашки младшего, по-моему, 3 или 4. Что-то такое. Ну, что-то проклевывает потихоньку. Сейчас попьем чайку, я надеюсь, что после, ну, чуть попозже, ближе к вечеру, будет клевать лучше. Пока такое, не особо, если честно. Ребят, вкратце вам расскажу вот этот вот первый водоем, возле которого я иду. Здесь щука, на следующем форель. Ну,
Вот такая вот тут беседочки есть. Место для парковки. Можно посидеть, пообедать. Я думаю, что, наверное, тут и рыбу готовят. Мы как бы пока не узнавали. Первый раз здесь. Ну, пока нравится. Клюет, правда, не особо хорошо, как ожидалось. Что ребята ловили тут по 50, по 70 щук. За несколько часов причем. Ну, пока есть как есть. Он уже готовит какой-то мангальчик. Будут коптить рыбу, скорее всего, я так понимаю. Это коптилка у вас, да? Коптилочка. Все. Копчат форель. Сейчас, подожди секунду. Я... Все, ребята, мы пришли попить чайку. Да, Саша? Да. Всем привет. Всем привет. Передай привет моим подписчикам. Серегиным подписчикам. Как машинка, кстати. Хорошо. Пользуясь случаем, это спрошу. Собрать? Сразу. Собрать? В Евротачке, да? Сделаю, да, обзорчик. Да. Сколько ты уже ездишь на ней? Так, мы в феврале, в начале февраля признали, что я. Не помню, да, наверное. В начале февраля. Доволен, да? Да. Ну, в принципе, как рассчитывали, так оно все и получилось. Я понял. Без подводных камней. Да? Без подводных камней. Вот такая вот Audi. Ребят, кому надо машины, хэштег Евротачки, мы есть в Фейсбуке, в Инстаграме, обращайтесь. У пацанов дуплет, сразу две щуки. Сошла? У тебя тоже сошла? Тоже, да? Вот, клюет щука. Что мы, может, будем собираться, да? Давайте еще пару штук и будем ехать. Вадик 19. Данька 10, я 9. А Саня сколько? Где-то 8. Штук 8. А младший? 5 или 6. 5 или 6. Ну вот такая вот у нас рыбалка. Идем потихоньку к машинам. Еще кидаем по дороге. Друзья, идем смотреть на форель. Что там? Плавают? Да, иду сюда вообще. Красный называется. Ух ты. Смотрите, какая классная. Полоса. Рыбы в точечку. Водичка течет, чтобы свежий воздух был у нее сюда. Наверное, думает, что корм типа будут сыпать. Да? Да. Им же сыплется и комбикорм. Интересно, почему они продаются такие маленькие? Вот здесь маленькая форель. Вообще супер. Здесь тоже, да, Саш? Угу. Ой, блин. Что-то наступил. Здесь тоже форель. Тоже маленькая.
Мали? А тут какие? Тут нет, тоже да. Поменьше. Тут такая маленькая тоже. И здесь форель Пусть тоже, да? Но я здесь уже ловят. Вони згрили тебе что? Вони грязи, вони. Да, попробуй да. Возьми, она так кусает. А на веточку, смотри. Она кусается веточку. Сюда пусти ее тут. И подергай так легенько. Не, выше, выше, подними. О, диви. Опа, есть. Диви. Диви, диви, диви. Диви, кусай, да. Кусай. А будуть випригати, ні? Ні, це маленький. Пошли, бо ще полугалися, да. Що ви туди сміяти. Вадик сейчас еще одну словил, 21-я, он тянет как раз. Ну что, ребят, будем мы заканчивать, в общем, нашу сегодняшнюю рыбалку. Вы сами все видели. Половили мелкой щуки, мелкая, но клюет как-то. Но по сегодняшним, ну вернее, по этому водоему можно сказать, что это не клев, потому что ловили здесь и по 60, и по 70 штук. Так что сегодня не клевало. Ну, как есть. Все равно выехали, развеялись и получили какое-то моральное удовольствие. Половили рыбу. Погода меняется, слышу, сейчас гремит. Стою за бугром, не вижу. Не вижу неба особо, но, по-моему, сейчас начнется гроза. Будем мы заканчивать рыбалку, ехать домой. Сейчас забираю пацанов и идем к машине. Вот такой у нас был, в общем, выходной день. Все, друзья, всем, кому понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Будет у нас еще рыбалка тоже. Всем удачи, всем пока.